Приобрел Android для BMW 46 в Китае. Вся вот что представляет. 7-дюймовый экран, дисплей, выходы, 2 USB. Под сим-карту можно подключать. Радио. Две антенны 4G и под антенну GPS. В комплекте куча переходников. Также брал камеру заднего вида. Будем тоже подключать. Два кабеля USB. Такие переходники. Переходник для Buscan для управления на руле. Антенна GPS. Две антенны под мобильную сеть и микрофон. Будем подключать. Так она выглядит. Так выглядит заводская BMW Professional. Для начала ее надо снять. Снимается она очень просто. Снимаются декоративные накладки. Держится вот на таких вот пистонах, которые, можно сказать, практически одноразовыми. Они после пару съемов приходят в негодность. Одно сняли. И вернулся домой. Халтурина в Минске живет Валерия. Не поддается одна, хорошо сидит. Так, достали. Вкладываем. Сама магнитола держится вот на четырех винтах. Ее снимем. Можно доставать. Сейчас соединяем антенну. И такой хитрый здесь стоит. Все. Сняли. Старая заводская магнитола отслужила верой и правдой много лет. Рабочая. Правда, диски читает уже через один. Далее снимаем блок климата. Провод соединили. Блок климата положим в сторону пока. Нужно открыть здесь еще рамку.
что эта рамка не нужна больше. Так, остается у нас здесь куча проводов. Ставим бардачок. Его тоже придется демонтировать, так как сюда станет блок климата. В это место. Так. Вот провода сюда можно сразу обратно дефлектор. Mm-hmm.
рукой. Чувствительность хорошая. Ладно, в принципе, магнитола работает. Работает, сейчас все соберу обратно, пока что временно. Пока холодно. Потом все доделаю, как положено, как должно быть. В общем, установка выполнена, стал он довольно-таки неплохо, хотя не идеально. Есть вот здесь небольшие зазорчики, немножко здесь планочка, плохо стало. Так в целом неплохо. Разберусь, потом сделаю обзор по поводу его работы. На сегодня все.